если Но. Но. 60 кадров. Есть. Что ж такое? А чё, а где стрим-то? Сейчас через 100 секунд должен начаться. Какой 100 секунд? Прям сейчас? Ты чё там задержки какие-то понаставил? Чтоб не палили, что ли, где ты? Да нет, нет. Стрим-снайперы, да, вот это всё? Да, так-то заснайпить, конечно. Удачи-то не видать. Нет, тут, короче, знаешь, какая фигня произошла, так сказать. Мы уже даже то, что хотели, мы зарегались на турнирчик. Все были готовы поучаствовать. То есть там были отборочные 7 числа, финал. И как раз таки 7 числа, перед началом турнирчика, выходит свежий патч. Где-то за час или за полчаса до начала турнира, уже начало, а начинался он по нашему времени с 12 ночи. Организаторы написали, мы отменяем стрим, типа из-за свежих багов в новом патче. Типа извините. И все. Офигеть. И все. Макс там тоже возмущался. Я, говорит, сидел, сдвинул взгляд на число, типа. Чтобы финал там быть. Капец. Так, подожди, ну уже больше 100 секунд прошло, а стрима нет. 5 секунд еще. Ты что там камер засекал, что ли? Вот все. Я все еще не вижу стрима. Тебя точно на YouTube, на Twitch, да? Twitch? Где? Подожди. На YouTube 100%. Да в баню YouTube, да, в шоп. Хочу Twitch. YouTube прям отлично работает. Да в смысле, там аудитория хрень вообще. А вот на Твиче все сидят. Блин, где? Ладно, давай пробуем Ютуб. Так, давай. Где прямые трансляции? Так, вот прямые трансляции. Блин, мне какого-то народа власти Вячеслава показывают. Бородатый какой-то такой, я не знаю, чёткий мужик. А где Битмин? О, нашел, оверпауэр пошел играть, все, да. Блин, убери этого хача с аватарки. Это я. Нет. Да, на твиче. На твиче. Это же не ты, ну. Ну не ты же. Ну слава богу, а то я уже думал. Оскорбил тебя тут невзначай. А чего у тебя в игре так мало FPS? Алло. Где 120 FPS? Ты у себя пробовал? Знаешь, что ты не запускал. У меня сотка, в среднем за месяц бывает на 80% запустится. Если как такие серьезные вишни, что сейчас периодически что-то проскакивает, что 50 уже показалось, конечно. Так, у меня в среднем сотка. А, ну все, я так понимаю, ты сейчас приземлишься и будет больше FPS, да?
Почему тебя не слышно на твоем стриме? Раз, раз, раз. Слушай, я вроде уже оформил. Может, там слишком малая громкость. Не знаю, вообще не слышно. Это вот вечная проблема. Тебя смотришь, короче, и слышишь всех. Максим, Альф. Когда я стримил, меня не было. Да? Я заглушил, короче. А потом, когда заглушил... Сейчас уже разобрался, включил шум подавления. Ну, слышно тебя, но очень тихо, реально, прям. Да, тебя надо громче делать, прям это, тихий. Хи-хи. 15%. Куда в кино пойду? Не знаю. Сань, ты себе клавиатуру-то купил? Нет. Кстати, отличие с Веном остановил. Капец, он шумный. Тот Свен? Какой Свен? Да. А, слушай, вообще 2% как-то получилось, что-то я не могу поменять. Чё, Гарри Поттер и философский татарин? Полицейская кубка. Чё это за кусок? А. Кубок мыс. Сейчас нужно быть лучше. По громкости. Блин, полубашкир, чё за хрень? Дарь Татарстана. Да. Тут очень жестко. Чё-то прям это экстра. Гипер жестко. Ну если хочешь, я тебя прям отправлю. Профи посмотрю, конечно. Не, ну слушай, вот я сейчас смотрю, прям наслаждаюсь стримом. Мне кажется, я не знаю, сейчас. Придется там, прям в туалет сходить. Так, там классно. 5000 я поставил. 5000 на процессоре и 5000. Я вот чувствую, что, блин. Мало. Офигенно. А. Ну, вот. В смысле, для процессора 5000 это очень круто. А, так даже. Он мне пишет 12% загрузка ЦП. О, вот, вот, я же говорю. Все четко, все как надо. Надо только... Гад, ну, понял. Топором машешь, убиваешь, и... Ну понял, там где-то ограничение фпсов стояло. Походу на источники, захват источника. Может быть я лазил, тыкал, потом забыл. Может я пьяный был просто. Не знаю. Пьяный тыкал. Потом трезвый пришел, все сломалось. Блин, вообще конечно, если это так... Пьяный или кто, блин? Не, ну блин, конечно, картинка вообще. Ток. 720. Жир. И да, вот, а прикинь, что будет, если ты 1080 поставишь. Я чувствую такую легенькую просадочку. Всегда. Знаешь, как периодически проявляется. Но опять непонятно, мне кажется, надо просто ограничение, чтобы на OBS не 60 FPS было, а больше. Куда больше? Так. Ты там что свернул, все остановил, что ли? Я карту. А, вот, значит. Тебя прям да, у тебя задержка такая, ох, ни хрена себе просто. Так, так. Блин, мне так надо вот, блин, стиралку еще. Вещи вытащить. Надо, что-то надо. Так не хочу на работу за. Что-то я вообще ничего не хочу. Так. Хочу сидеть и, короче... Да, ну, поиграть во что-нибудь.
Чувак, у тебя вообще капец как громко. Я подумал, что ты механику купил. Я тебе говорю, это свин. Свин. Капец. Петух. Я вот хочу какую-нибудь клаву на черри МХРФ. А, по клавам. Я же тебе не выносил мозг по клавам? Нет. Короче. О, тихо, тихо. Это кто-то есть тут. Наверное. Короче, я случайно залез на AliExpress, то посмотрю 2000. 2000. Клавиатура она механическая, естественно. Там РГБ, ШМРГБ. Ну, надо брать. Ага. Тут смотря кто свечи делает. Короче, и вот, по поводу свечей. Там... Так, не Каилы, а какие-то другие еще дешманские, более опасные. Оу, темпы какие-то, да? Во-во-во, вот такие были и еще какие-то. Ну, не помню, потому что Каилы вроде еще более-менее, которые новые, которые там оптические или какие они. На них тоже там в районе 2-3 тысяч есть, короче, клавиатуры на Алиэкспрессе. И говорят прям... Пуля-ля-ля-бабуля, вообще секас настоящий. А еще там какие-то короткоходные игра. Короткоходные, конечно. Ох, бежать, бежать. Ну так вот, я думал, я сначала уже чуть не купил, короче, за 2000 эту клаву. Потом буквально день прошел. Это жажда спала. Там. Вот, кровь из глаз, короче, вылилась, ладно. Надо почитать, посмотреть, разобраться, что к чему. Начал углубляться, короче, в тему. В общем, оказалось, это такой дешманский Китай, такой страшнейший. Я открыл, посмотрел буквально третий обзор. Там чувак говорит, ну, можно, говорит, было сделать лучше. Можно было там спрятать вот эти винтики, которые торчат, ну, просто пиздец. Говорит, там, знаешь, где? Между эскейпом и F1. Он еще... Ну, он не просто там есть, то есть он не вровень с, типа, металлическим корпусом, этим алюминиевым. Он выпирает еще. По видео видно, что, круто. Знаешь, он, ну, не просто выпирает, а еще маленько так наискось. То есть, ты понял, да? Вообще просто... Вообще все прелести перфекционисты оценят, он сказал. Ну, да. В общем, меня это вообще отпугнуло, я начал, гуглить, искать, смотреть. Шерстеть, начал углубляться в эту тему по поводу свечей. Слушай, а чё ты их так решаешь? Ты их один за одним убиваешь. Какие-то лохи. Просто он пришёл двоим пизды, дал главное, убежал. Чё ты какой-то жёсткий. Опасный. Видела Коллекс Леджа или Apex Legends? Да, вижу, поле там тоже шпилит вот так, как каху. Эй, кстати, в наш дискорд пригласил, мы тут раз втроём играли с Данькой. Капец. Один ушёл. Я вот сейчас смотрю, у тебя там 14 осталось. 8 уже осталось, один ушел. Пошел его искать. Если сильно камерой, короче, вертеть, тогда чувствуются просадочки. Но я думаю, это все-таки опять же из-за OBS и его ограничения на 60 кадров. Нет. В чем тут ограничение? Я ж вот не чувствую ограничения 60 кадров только. Потому что у меня их нет. И у тебя этого ограничения нет. У тебя
тебя 100 FPS показывает, значит, что да, но я если резко камерой верчу, иду. Так это садочку. Фризик не от того, что ограничение потом. А когда это... стрим выключен, такого нет. Что они тут везде, блин. Блин, локации вот бегаешь, у меня такое ощущение, как будто вовки где-то. Блин, мне вообще так нравится эта игра. Ты даже не представляешь, тут все так четко, особенно вот с этим патчем. Патч, такие замесы были. Сумасшедшие. Ну то есть, как только патч вышел, это же у нас перед турниром, мы сидели тренировались. Патч вышел, все его скачали, мы заходим, как обычно, ну и знаешь, в себя стали сильно верить, мы прям вообще такие, типа, вот и ребята. Вот. И мы всегда в самые мясистые места прилетаем. О, нифига. Ух ты какой, а. О, пизда. Ебать, турель насыпало, блядь. Шу, пиздец, блядь. Ну, короче, в себя верить стали, такие залетаем, как обычно, в мясистые места. А там столько народу. И причем, ну, раньше, если много ботов было, там почти, грубо говоря, половина сервера это бот. Обязательно бот. Ну, на пацанов все равно попадаешься. То там были просто одни люди, как будто. Это вообще... Там такое мясо, там, блядь, там, ну, короче, много каток мы прям с самого начала отъезжали, потому что, ну, в самом начале ничего нету, там буквально малейший отхил, это уже просто замечательно, и ты там просто цепляешься за него руками-ногами. Офигеть. Ну, у нас иногда такого не было. И там вот видно те пачки, которые остаются, у них там какой-то, ну, подхил такой есть, они как бы живут еще более-менее долго. А вначале ты вот живешь, когда подхила нету, ты, ну, этих убил, ну, там тебе покоцали маленько, ну, тех убил. Но уже там третья-четвертая пачка приходит, но у тебя там 300-400 хп, на один выстрел просто остается. Вот они заходят, тебя пуф, и ты в куре. Бежать быстрее. Офигеть. Блин. Так, ну-ка, давай посмотрим. Захват игры, да, свойства. Ответ, поставь себе еще меньше битрейт и будет. Думаешь, попробовать меньше битрейт поставить? Ну, поставь 5 тысяч. 4. 4? 5 час стоит. Я думаю... А, 5 час? Так, сейчас тебя грохнут. А, вон тебя турель уничтожил. Да что-то так много урона с неё было. Так, я пока остановил, потому что что-то настройки... А, нет, я еще не остановил. Не могу настройки поменять, пока она работает. Что-то прям так лагает дико. Ой. Чё за херня? Ух ты, блин. Чё? Да, сейчас пойду спать. О, время-то 12 уже.
тут? Да. А, так вот. Я, короче, остановил свой выбор на... Блин, уже забыл. Забыл, как точно эта модель называется. В общем, там гатероны Black. И вроде не сильно дорого. А, это, наверное, гатероны? Да, гатероны. Там, знаешь, сколько? Меньше 3000. 2600, 2800 где-то вот так и стоит. Серьезно? Да. Вообще, я прям влюбился в эту клавиатуру, знаешь, как, не знаю, у них вроде моделей нету, это идут эти, типа, кастомные ГК-64. Знаешь, за гатероны такие за 3000? Я? Вспомни, что это за клавиатура. А, да я сейчас быстро загуглю. Сейчас клава на гатеронах. Оклик? Нет. Только не Dex. Хорош. Гамдес. Гермес Е2. 2750. Так, и там что? И там какие-то гатероны, да? 2750 да. Механика. Технопоинте, да? Да. Хрена себе. Пойдем там пропасть. Гам, что там Гамдес? Как ты сказал? Гамдес, Гермес, Гермес. Гермес Е2. Гермес. Давай. Она короткая? Маленькая. Блин, как я люблю просто. Вот как я хочу. Как? Вот то, что нужно. Ёбама. Жесть. Вот я, короче, на ней остановился. Да? Ну все, я прям пойду. Еще есть. Еще есть с Алиэкспресса. Не-не-не, никаких Алиэкспресс. Мотоспид на каилах оптических. Цена примерно такая же. Не-не-не-не-не-не-не. Погугли про каилы оптические, которые не новые. Хочу даже. Да в жопу эти каилы. Говорят, у меня вон черри прям даже маленько отдыхает. Да конечно, конечно, ага, сосуд, да. Просто у меня, по сути, клавиатура вон Black Widow тоже на каилах, которые... На которых просто штампик Razer поставили. Ну сколько вот она прожила? У меня три кнопки, одну я уже перепаял, и две сейчас кнопки, L-ка перестала работать. И пара кнопок, три клика делают. Там что-то тут наполнено много. Какая ты говоришь? Black Widow? Ну, у меня, по сути, на, тоже на, ну, на каилы. Не, это не те каилы. Ну я знаю, что как бы оптические там комплексы работают, но нет. Это вот прям вообще свежие. Блин, ну сам факт, понимаешь, сам факт того, что ее потащит из Китая. Не пойми, что это долго, это с гарантией. Да.